Преодолимое препятствие. Дальше вот это подлазь. Пить хоть? О, теперь видно хорошо. Сейчас не те молоко. Игрулька. Черный носок. Ой. Живой. Ой. Мячик. Кошачий причем. Мячик. Чё ж так скользко-то всё? Да? Моталась. Ой, шпоночка. Слушайте, Мариш, я так и договаривался вообще. Это что, меня здесь будут кусать, что ли? Что-то шибко понравился, что ли? Понравился, полюбила тебя тут же. Ой! Ты что, теперь давкать бы даже будешь? Расследуй, кто тут живет? Ну-ка иди. Мячик больше ее. Мячик больше ее. Так, ты мне мстишь, что ли, за что-то? Ой, сейчас подавится нафиг эти мячиков. Я тут плюнула, все нормально. Не испугалась? Ась. Надоел. Молочко нужно. Ноги разъезжаются. Опускай. Ножки дрожат. Чё, мы тебя испугали? А по сравнению с ним мячик таким маленьким, кажется, что наша шпон Хэппи.
Лаки. Лаки Хантер. Вы же так записали, прям на английском? На русском. Это в этой будет, во взрослом уже на английском. Надеюсь, они Лаки правильно пишут. И Хунтер. Можно ее взять на руки? Да. Уйти, уйти, уйти. Руку подставляй, на руку сади. Так? Да. Вот и все. Чего она булькает? Она булькает. Единственное, что через запись не видно, какие у нее уши, нос, глаза. Ну, но вблизи-то не очень видно. Чего? Ничего не вижу. О, глаза. Ты на меня не нагадишь, а? Уже. Чего я? Чего? Комбинат по производству, что ли?